Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Stick Battle. Ну что же, опять же крутил рулеточку довольно долго. Как видишь, у меня денежка даже есть. Мы можем с тобой взять Gold Pack и трехзвездочный ассасин. Слушай, ну это хорошо, ассасинчик нам выпал, замечательно. И также у нас с тобой есть бустеры. Так, 154 уровень, который я, по-моему, не мог пройти. А что же тут я не мог пройти? Не знаю, у нас с тобой бустеров, конечно, не так много. Сейчас посмотрим. А в чем тут проблема? Проблема в том, что тут дофигища лучников, да? В этом, что ли, беда? А если я вот так сделаю? Дыдич! Просто в хлам там полармии разнесли. Ну, тогда мы здесь, конечно же, выиграем. Робот идет. Тынь-тынь-тынь. Этот, ребята, гоблин просто управляет им. Этим роботом. Отлично. Ну что же, мы с тобой прошли. Так, давай-ка мы это потом все будем делать. Сейчас некогда. У нас с тобой hard level 155. Так, их 29, нас 31. Я жалко, вот не могу до боя, ребята, посмотреть, что там находится с края. По-моему, там ассасины уже, да? Да. Небольшой отряд. А где мои-то ассасины? Я не могу понять. Я, что ли, от них отказался? Скорее всего, да, я от них отказался. Смотри, пират один на один с огром и его завалил. Нифига себе. Он, конечно, не один, помог ему робот здесь, если честно. Но он крутой. Он, видишь, он хоба, прибухнет и дальше идет в бой. Тут его, конечно, распетрушили. Так, вот единственное, что меня раздражает, почему этот все время стоит просто так. Удар сделал и стоит 3 часа. Понимаешь? Раздражает. Но зато мы здесь без всяких бустов с тобой прошли. Ох ты. Ну что же, 34 тысячи голды плюс 50 кристаллов. Итого у нас 100 кристаллов. Ну что, мы с тобой двигаемся дальше. Целый отряд гоблинов-подрывников. Что-то новенькое, ребят. Да ну. Что они хотели этим добиться, я не понимаю. Да, ну маги опять же, смотри, у него маги тут улучшенные. Хорошо прокачанные, целый отряд. То у него из крайности в крайность. То он целую армию магов берет, то он целую армию лучников. То целую армию берет каких-нибудь там, не знаю, мечников. Не может нормально себе еще что-нибудь подобрать, а разносол. Ну что, мы с тобой двигаемся дальше. Тут вроде бы написано было обычный уровень. Ничего сложного не должно быть. И я на это надеюсь. У нас поровну одинаково абсолютно. Да, я, по-моему, отказался от ассасинов. Не знаю почему, наверное, надо вернуть. Вместо какого-то отряда. Может быть, даже вместо вот этих импов. Их убрать. И поставить ассасинов. Мне кажется, от них будет больше толку. Оу, огра-то мы его запинали. Так, тихо. Смотри, смотри, вот зачем она идет туда? Не чтобы бить вот этих ближних, она именно вот надо ей заднего бомбануть. Смотри, ну пират крутой. Подкидывает бутылку и в этот момент бомбит. Шикарно. И тут нам достается 26 тысяч голды. И, по-моему, мы с тобой можем... Да. Так, опять трехзвездочный ассасин. И сколько у меня уже их? Опа, четвертого уровня. А у меня пятого есть. Слушай, да я поставлю, наверное, вместо... А что если я вот так вот поменяю? Раз. И два. Два отряда ассасинов. Я думаю, что это не будет неплохо. Давай проверим. Скоро у нас с тобой будет сундучок разыгрываться. Ага. 34 врагов, 33 нас. Мои ассасины там как? Нормально? Понеслась жара. Смотри, смотри, что они там делают. Просто рубашат. Но их тоже вырубили. Давай, давай. Не, ну пират действительно борзый. Просто борзый. Врывается туда, в эту гущу. Солдат и начинает там разборки себе наводить. Четенько, мне понравилось. Так, вот блин, где бы мне валькирию-то взять, а? Хотелось бы мне этого бойца получить. Довольно крутой, как по мне. Не знаю, как вам. А по мне так очень даже неплохой. Так, 35. Их преимущественно больше, чем нас.
На 2, да? Сейчас посмотрим, что из этого получится. Так, мои ассасины вырезают лучников. А их ассасины уже отдуплились. Так что, скорее всего, мы здесь выиграем. Ну да. Без каких-либо проблем. Пират меня что-то вообще начинает просто воодушевлять. Идет прям вообще в наглую. И на все ему пофиг. А вот теперь невозможный уровень. Ну, правильно, как сундук, так сразу невозможный. Что у нас здесь невозможного? Покажите мне, пожалуйста. Что? Что тут невозможного? Я не понимаю. Ну, конечно, быстро что-то моих этих ассасинов здесь уложили, будем честны. Так, по-моему, мы здесь с тобой фейлимся. Да, и причем очень круто. Вот скажи мне на милость одну такую вещь. Как они, извини меня, ассасинов моих поубивали? Ну-ка, давай-ка сделаем с тобой некую перестановочку. Значит так. А, у меня здесь маги, да? Если я, например, магов поставлю вот сюда, тогда лучники будут, да, в беде. Тогда сделаем вот так. Посмотрим, к чему это приведет. Поехали. Видишь, мечники. Мечники обратно почему-то разворачиваются и бегут. С какого, блин, перепуга-то? Ну, робот упал. Так, давай-ка мы вызовем подкрепление. Мы вызовем подкрепление, и что получается? Мы все равно фейлимся, что ли? Нет. Прорываемся, ребят, прорываемся. Но у нас с тобой осталась только лишь одна заморозка. Все, последний маг. Давай, давай, давай его, бомби. Наказали. Нет, конечно, моя армия с каждым разом была бы больше, если бы мы каждый раз смотрели с собой, ну, рекламу после каждого боя. Тогда бы деньги у нас были бы ручьем текли. Но я этого не делаю. 35 тысяч плюс сундук. Ну, сундук обычный, и выпадает обычный лукарь. Самый простецкий. Так, что у нас здесь? О, у нас, по-моему, преимущество, да? Ты посмотри, какая там куча. О, пират переключился, ну-ка. Сейчас посмотрим. Так, ассасинов, наверное, сейчас запинаем мы здесь. Да, и победа за нами. У нас офигенное преимущество. Посмотри, 19 против все. Последнего уничтожили. Ну что, двигаемся дальше. Вот здесь можно было бы, например, 8 тысяч сорвать. И 53 тысячи. Все затравливает меня деньгами, да? Оу. Трехзвездочный варвар. Так, а где же он у нас? Я никого тут объединить не могу. Вот он. Трехзвездочный. То есть три бойца, да, в отряде получается. Если даже его взять, то вместо кого? Вместо вот этих вот бомбардиров, может быть. Вот так вот. Давай просто посмотрим, насколько они будут хороши. Если они будут падать моментально, то не вижу смысла в них тогда. Что-то их, по-моему, очень быстро здесь как-то запинали. Но здесь в любом случае мы выиграли. И причем так быстро. Смотри. Вообще. А что случилось-то? Где они так лажанулись? Непонятно. Так, здесь тоже пока у нас вроде бы как преимущество. Вон, мои ассасины вырезают их. Лучников вражеских со спины бомбят. Они ничего даже не подозревают. Их просто вырезают одного за другим. И все. И огра сейчас мы тоже подобьем. Круто. Что я могу тебе сказать по этому поводу? Двигаемся дальше. 164-я миссия. Так, здесь. Ага, у него лучше будут, чем у меня. У меня, видишь, без рогов шлемаки. А у него с рогами. Значит, 100% у него круче. И их больше. Их здесь получается больше. Ё-моё.
Да куда же вы, блин? Оу, щит, по-моему, мы сфейлимся сейчас. Нет? Не, по-моему, пока нормально. Мне кажется так. Не, нормуль. Разрулили ситуацию. Нормальненько все. А то я уже пужанулся, что они туда сейчас. Два огра. Надо как-то их тоже прокачать. Ну а как? Как ты это сделаешь? Так, у нас деньги. Уровень невозможный, получается, пишут. 22 их. А в чем суть? Я не знаю, ребят, почему уровень невозможный написано было. Но они, конечно, нас тут лупят. Так, маги, 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 маги. Очень много магов, ребята. Лучники, чё же вы так медленно стреляете, это не могу понять. Давай, давай, отлично. Не, пират крут, пират очень крут. Вот серьезно тебе говорю. То, что он вот это может, я не знаю, что он делает. Отхиливается, скорее всего, когда подбрасывает бутылочку своего вот этого высшего рома. Так, у нас приумножайка. 72 тысячи, слушай, ну неплохо. Но на сундук не хватает. Тогда погнали дальше. 51 враг, ты серьезно сейчас? 51 враг, да я... Не знаю, ребят, что мне тут нужно сделать, чтобы их просто вынести. Как? Так, их 37. Ну, сокращается немножко их численность. Блин, ну все равно их дофига. Противные мечники очень быстро бегут. Если сейчас вот эти вот ребята... Пират упал. Ай-яй-яй-яй-яй, равное количество у нас, да? Так, теперь их меньше. Ну, я потратил последний буст. Как ты видел, заморозка. Есть. Давай, добиваем последнего этого магистра. Выиграли? Чудом каким-то просто. И нам достается маг. Одна звезда всего лишь. Фигня. Ну что, сможем ли мы с тобой получить вот этот сундучок? Или же нет? Ну, что я могу сказать? Нас будет здесь побольше. Давай, давай, родные мои. Ассасины, конечно, вообще бесполезны против мечников, копейщиков и тому подобное. Поэтому их в определенных, естественно, отрядах нужно убирать. Но я же вначале делаю армию, потом вижу, кто против меня. Они вначале, как говорится, дают мне посмотреть. И после этого я могу редактировать. Ну давай, давай, последние три мага. Здесь мы с тобой очень даже неплохо прошли без бустов. Ну что ты, господи, не можешь этого ханурика завалить, что ли? Ё-моё. Голем, завязывай давай так дурачиться-то. Угу. Все ближе и ближе к сундучку мы с тобой идем. Так, покажите мне, пожалуйста, одинаковое абсолютно количество. Огр почему-то здесь первым побежал. Почему-то. Давай, давай его ушатываем. И, блин, моего робота ушатали, к сожалению. Так, опять вот эта вот команда лучников сзади, которая бесит меня просто. А у меня маги. По большому счету, если так прикинуть, да, то лучники будут получше, чем маги. В плане того, что они и дальше, и быстрее стреляют. Но у магов, по-моему, все-таки атака будет посильнее. 27 тысяч. Фигня. Но на сундук вроде как хватает, да? Да. Трехзвездочный... как его? Бомбер, да, нам достается. Ну что, 169-я миссия, ребята. 38 врагов. 33 нас. Естественно, там ассасины, как всегда, начинают бомбить. Мои быстро переключаются на них. И, в принципе, ну, да мы тут побеждаем, смотри. Все, 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 пошли в разнос. Блин, робот упал. Он такой здоровый, что по нему, как говорится, грех не попасть, верно? И на тебе. Мне нравится, как пират бросает бутылку и своим мечом рубит. Это, конечно, классно сделано. Ну что, типа невозможный уровень, давай посмотрим, насколько он невозможный. 36 врагов, блин, нифига тут два отряда ассасинов, мечников. Ну и сам видишь, тут вообще жесть какая-то лютая.
Сейчас посмотрим, к чему это все приведет. Пока мы ведем. Пока. Ага, ушатали. Так, паладин упал. Все, ребят, тогда победа здесь за нами. Блин, пират, конечно, крут. Рубит с одного удара, кстати, ты заметил? Вот тебе и невозможный уровень. 170-й мы с тобой прошли. Классно. Вот так вот. 37 тысяч плюс сундук. Ну, сундук обычный, поэтому, естественно, тут ожидать чего-то такого не стоило. Хм. Лучше... О! Серьезно? Так. Ну, смотри, эти уже еще сильнее стали прокачаны. Так, а у нас следующая, ребята, миссия. Чего? 14 всего лишь-то? Смешно. О, смотри. Смотри, какие у него копейщики здесь. Ну, это прям действительно как Леонидасы, да? 28 тысяч. Получите, распишитесь. Так, что у нас здесь? Постой, постой, подожди. Так, нам нужно с тобой еще две битвы выиграть. Ну что, попробуем? Поехали. 29 против 33. У него тоже есть пират, смотри. Тоже есть пират. Так, ну я, мы тут просто его раздавили, посмотри. Вообще. На изи. Отлично. Так, ну что, двигаемся дальше. Тогда получается, ранг наш потихонечку растет. Ну, здесь надо подождать, а мы сделаем вот так вот, чтобы не ждать нам подбор оппонентов. Оу. Два, о, у него тоже есть, ребята, голем. Сколько у него армия-то там? Так, если мои ассасины здесь хорошо поработают. Смотри, смотри, все, у него сокращение пошло, офигенное просто. Все, поддержки, как говорится, дальнобойной нету. И, соответственно, мы сейчас просто их уничтожим. Два огра полегли, отлично. Красавчики. Вот здесь ассасины сыграли просто крутяк. 50 кристаллов? Ну, спасибо за такой подгон. Так, что у нас тут? Ага, забираем. Это бомбардир, короче, двухзвездочный. А вот это что такое? А, два бустера. Ну, опять же, 5 побед. Я думаю, что можно вполне сыграть по-быренькому. Так, 5 магов. Да, я думаю, что, в принципе, разберемся, наверное, здесь. Хотя, не уверен. Не уверен, ребята. Так, мы уже, я смотрю, теряем. Блин, офигенно, офигенно теряем бойцов. Так, ну он здесь нас, конечно, перехитрил, чего уж говорить. Он всех тяжей оставил позади, и мои ассасины туда рванули, соответственно, погибли очень быстро. Поэтому вот такая вот непредсказуемость получилась. Да, я понял, что минус 15 кубков еще к тому же забрали у меня. Гаденыши. Погнали, здесь лучники, бомберы. Ох, еще и конники. Куда же вы, дурачки, бежите-то, господи. Смотри, какой у него огр. Этот огр, видимо, вообще крутяк, ты посмотри. А, так у него еще и валькирия. Че, в чем мы хотим-то? Тут вообще прокачано трэш как. Валькирия, все дела. У меня даже вообще там без шансов просто-напросто. Просто без шансов. Здесь может быть еще огры пятизвездочные. Так. Здесь есть шанс нам выиграть. Да, есть. Ассасины нормально себя ведут. Все круто. Прекрасно. Огра, огра, огра бомбите. Валуном по башке получил. Вот как-то так. Ну, я думаю, что здесь тоже нам, наверное, будет под силу пройти. Их всего лишь 28. Валькирия, блин, опять. А это кто такой? Вот это кто такой, смотри.
Я вот такого раньше бойца не видел. Вот он, вот здесь вот. Вот он. Кто это? Какой-то самурай, что ли? Но мы его уничтожили. Да, и судя по всему, победа здесь будет за нами. А куда этот огр ходил? Откуда он вообще пришел? Откуда-то из экрана, из долины. Все, разбомбили. Опа, 50 кристаллов еще. Итого у нас уже 200. Так, а нам нужно с тобой еще 3 победы, чтобы получить 2 бустера. Так, а вот здесь уже, не знаю, ребят, сейчас посмотрим. 36. Голема, голема. Куда они бегут? Они за мечником, что ли, побежали? Нафига? Ой, тупые ассасины. Зачем побежали? Я не понимаю вот этого. Зачем они побежали за мечниками? Объясни вот мне, пожалуйста, вот такую вот штуку. Нет, чтобы бить вот этих вот, да, лучников. Они рванули. Ну, слава богу, здесь мы с тобой выиграли. Отлично. Так, нам нужно еще 2 победы, и мы получим 2 бустера. Так, тут голем. Трехзвездочный получается, да? У нас двухзвездочный, а у них трехзвездочный. Опа, у них маг. Маг огня, который поджигает землю, ребят. Так, сейчас посмотрим, что мои ассасины там сделают. Слушай, ну они хорошо там жучат, посмотри. Робота этого сейчас уничтожат они или нет, как думаешь? Маг упал. И робот тоже. Ну, круто. Очень круто. 28 тысяч, понятно. Сундук можем? Можем. Трехзвездочный копейщик. Видимо, можем улучшить, да? Четырех. Четырехзвездочный. Подожди, а копейщики у нас... не знаю, ребят. Ладно, пускай пока остается как есть. Нам нужно еще с тобой еще одну победу. Еще одну победушку. И получим 2 бустера. А 2 бустера получим, значит, можем с тобой пройти. Ох ты, 56. Йо. 56, ребята. И плюс ведьмы. Да какой тут? Вы че, серьезно, что ли? Посмотри на этого огра. Судар. Серьезно, блин. Нет, но мы все-таки, ребят, смотрите, тоже немало у него покромсали этих бойцов. Но огр тут, конечно, да, с рогами, извини меня, с какой-то фигней. То есть я могу представить, насколько он мощный. Да, не получилось, но придется переиграть. Одну победу я все равно вырву. Тут, блин, 41, да чтоб вас, а. Так, у него очень много вот этих вот хилочек, смотри. Опять у них этот огр есть, блин, мощный. Ну все, ребят, мы сфейлились. Его ассасины нас порвали. Нифига он тут хилок набрал себе. Офигеть. Мне не нравится такой расклад совсем. Дайте опять. Опять огры мощные, опять эти хилки. Ну хотя бы здесь на равных играем. И то спасибо. И ассасины мои ведут себя здесь нормально. Как и должны, в принципе, да? Да, мы их здесь прижучили. Все, они сфейлились, ребят. Отлично. Нам нужна была одна победа, сейчас мы с тобой получаем. Ну-ка, где у нас? Забираем. Так, написано было 2, а я получил только 1. А вот оно что. Ёк-макарёк, ты посмотри. 30 всего лишь, да? Хм, а я прошел только 5 из 30. Тут деньги, потом гемы. То есть, ну, арена, в принципе, это неплохая вещь. Плюс еще в конце ты получаешь награду, да? Так, ну что, я взял заморозку. Попробуем теперь с тобой пройти основную вот эту вот миссию. Здесь же мы с тобой не сходились, да? Или не здесь? Подожди, здесь мы должны пройти, наверное.
Ну-ка. Ну да, здесь мы с тобой проходим. Я не знаю, в чем проблема. Давай-давай-давай, распетрушили. Так, гоблин, да, значит, у нас подрывник. Так, ну что, ребят, давайте мы, наверное, с вами на этой ноте закончим сегодняшнее видео. Но обязательно продолжим уже в следующем видосике. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.